Всем привет, дорогие друзья! И привет, самое главное, моей маме. Сегодня у моей мамы день рождения, 13 марта, и, к сожалению, я не могу находиться рядом с ней, так что мне приходится поздравлять именно ее таким образом. Сейчас Рустам с ней рядом, и я ему завидую, и они сейчас там празднуют, а я иду в университет. Мама дорогая, я тебя хочу поздравить с твоим днем рождения. Пожелать тебе обрести то истинное женское счастье, о котором, наверное, мечтает каждая женщина. Спокойствие тебе, исполнение всех твоих самых заветных желаний. Я тебя очень люблю. Ты знаешь, как мы с Рустамом тебя любим, как мы тебя ценим, как мы без тебя и дня не можем прожить. В плане, сколько мы 10 раз или 11 раз на день с тобой созваниваемся, потому что ты знаешь обо всем, ты советуешь нам, и я вообще не знаю, как бы, каким бы была человеком, если без твоих самых лучших и прекрасных советов, которые бывают порой самыми, вообще, самыми лучшими. Я желаю тебе всего самого хорошего, мама, люблю тебя безумно, безмерно. Оставайся такой же молодой, красивой, доброй, искренней. Просто твоя искренность, она настолько детская, она настолько наивная до сих пор. Я не знаю, мне кажется, я буду намного злее и противнее женщина в твои 18 лет. Просто оставайся такой же прекрасной, чувственной и добрым человеком, которого обожают все. Ты тот человек, который посвятит себя, отдаст себя всем другим, но для себя никогда ничего не сделает. Эгоизм у тебя на нуле, и это, не знаю, хорошо ли это или плохо. Для нас, конечно, это хорошо. Я тебе желаю побольше думать о себе, поменьше о своих детях и о всех окружающих. Все равно ты должна у себя быть на первом месте, а все потом остальные. Я тебе желаю всего самого лучшего. Люблю тебя. И с днем рождения. К сожалению, не могу быть сейчас с тобой, но надеюсь, в следующем году все изменится, и мы с тобой будем вместе. Люблю тебя, счастливо, и еще раз с днем рождения тебя, мама, дорогая.